Командиры взвода, кто приказ дал? Поднимите здесь. Сейчас расстреляем здесь на месте. Кто дал команду? Пусть поднимется здесь кто-нибудь. Надо из вас каждого пятого вывести и расстрелять здесь. Ну что же вы? Что, неужели абхазцы это порода труса? Скажите, что мы трусы. Я предупреждаю. Введен в революционный военный трибунал. Будут расстреляны командир батальона, там кто у вас командир взвода, и рядовые, которые будут бежать. Я предупреждаю. Каждого из вас это предупреждаю. Что вас отловит? Не позор ловить. Сейчас это показать это все. И покажут вашим родителям. Брат будет радоваться, если показать. Вы послушали, вы вчера по телевизору выступали они. Как издевались. Мы говорим, их жалеем, этих абхазцев. Они говорят, как зайцы бегут. Ну так и вы и бежите. Неужели вы позволяете над собой так издеваться, чтобы над нами смеялись? Были бы вы безоружны, я понимаю. Вооружены же. За каждым из вас бегать, вас отлавливают. Ты пойми там, ужас, те командиры, которые наблюдают, русские говорят, что это такое? Вы хоть один батальон дайте людей, которые могут воевать. Что это такое? А сидели на вас смотрят. Говорят, пусть они себя покажут, мы тоже покажем. Откуда вы? Сыгуровки. Сыгуровка это вот, садись. Знаем, как там Сыгуровки славно вы воевали. Из какого это командира? Из Богатыревского, что ли, это самое? Ну, сейчас... Богатырев будет расстрелян. И все, кто из вас там трусил, вас тоже расстреляют. Ну, Богатырев был до конца с нами наверху. Да, я знаю, как вы там до конца стояли. Вы, блядь, дважды залезали на гору и дважды с нее слезали. Знаю о ваших героических подвигах. Я не знаю. 1000 снарядов выпустили на горку, а вы сидели там. И не поделись вверх. Рассказывай мне о своих геройских действиях. Вы тут каждый из вас герой. Слышал я о ваших рассказах.